99 семей получат квартиры в новостройке в городе Елизово к концу года. Ход строительства объекта в рамках парламентского контроля за реализацией национальных проектов оценила депутат Думы Елизовского района Елена Рябцева. Она отметила, что в новостройку в комфортные благоустроенные квартиры переедут елизовчане, которые сейчас живут в старых домах с дефицитом сейсмостойкости. Подрядчик идет по графику, и замечаний к подрядчику нет. И в конце года дом будет сдан, и в перспективе жители переедут в комфортное благоустроенное жилье. Новый дом возводится на улице Виталия Кручины камчатским подрядчиком. Представитель компании рассказал, что проект проверен годами. Дом будет теплым и надежным. В нем 99 квартир, преимущественно двухкомнатных. Сейчас работы в разгаре. Мы будем делать благоустройство, в которое входит спортивная площадка, детская площадка и парковочные места для жителей этого дома. Отметим, проектирование и строительство финансируется из консолидированного бюджета. Общая стоимость почти 600 миллионов рублей. Значительная часть поступила из федерального бюджета – 340 миллионов рублей. Остальная сумма из бюджета Камчатского края.